Участники Люберецкого клуба «Активное долголетие» отметили Масленицу в кругу друзей. Под аккомпанемент баяна и старых добрых песен долголеты делились друг с другом умением печь и украшать традиционные блинчики. Тему продолжит Богдан Колесников. Для того, чтобы был очень вкусный блин, его надо сначала красиво украсить, для того, чтобы его съесть. И мы начнем его украшать. Глазки, носик, ротик. И сделаем большой красивый чуб, чтобы у нас был красивый парень на деревне. И вот такой красивый блин, мы его скушаем с удовольствием. Креативными идеями, как оригинально оформить блинчики с начинкой, готовы поделиться все участники клуба. Только успевай записывать. К мастер-классу присоединился глава округа Владимир Волков. Кто-то может его завернуть как мешочек, да, сделать? Можно чашку, можно салфеточку. Мы все треугольником и дальше нарезаем. А теперь самое главное попробовать. Праздничные столы украсили тонкие кружевные блины, аппетитные и пышные. Масленичное угощение по вкусу нашел каждый. У нас лакомка, самый вкусный день Масленицы. И мы, естественно, в клубе приготовили блины, угощения и пригласили всех наших самых активных девушек, которые у нас есть в долголетии. У нас некоторые красавицы наши ходят даже в несколько активностей подряд. Приходят с утра, занимаются гимнастикой, потом плавненько переходят на рисование. Потом уходят, пообедают и вновь возвращаются к нам уже с красивыми повязками на восточные танцы. Клуб «Активное долголетие» открыли в Люберцах в сентябре 2020 года. Его посещают более 9000 жителей округа. Вступайте в «Активное долголетие», живите минимум столетие! Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.